Всем привет, с вами Razer X и Иван Год. Да, я этот Лала или Попу, как там их называют? Попа, не помню. Срака. Да, вот. Я не записываю, записывает только Олег. Мы будем играть в игру, я забыл, как она называется? Неважно. Телепузики, да, блин. В игру про страшных телепузиков. Ну что, давай начнем. Он постоянно бегает, какой ужасный. Ты тоже постоянно, знаешь, кстати, бегаешь. Знаешь, как будто в туалет хочет, такой, знаешь, и трется такой. Хочу. О, дерево. Ты что, насилуешь его? Это чтоб такое передо мной было. Это был скример, чувак. А почему не страшно? Ты Е нажал? Пошли, да. Нет. Пошли по дороге. Ой, вижу первую миску. По-моему, тут каждый должен отдельно собирать миски, поэтому собирай ты тоже. А, кстати, да, прикол. Такая музыка. Ужас, я уже боюсь. Дерево упало, нам не сюда, нам туда. Будем идти по дороге. Я тебя догоню и буду долбить. Ладно, идем. Наркоман. О, вижу еще одну. Тут, кстати, по-моему, где-то есть домик. Телепузика, надо туда сходить. И опять музыка ужасная, все. Кстати, здесь карта. Карта? А как она Чувак, она ужасна. Как узнать, где мы? Да, где мы? А, можно по запечальности посмотреть. Почему? Например, мы к пещере дойдем или к реке. По печальности? Ну, не, по пещере или реке. То есть там какие-то места есть там. Окей. Ну, на карте. Мы к ним подойдем. И чувак. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте. Здравствуйте. Такой звук. О! Прикол. Мы очень пугаемся, короче, это вообще. Если честно, первый раз Survivors меня больше пугал как-то. Это как-то больше смешно, чем пугает. Да, ну тут. Они просто реально на тебя похожи, чувак. И на меня, они такие же, как мы. Чё и на мы боятся. Стой, ты куда? Дерево. Нам нужно идти там, где нет деревьев. Ну там, где дорог не перекрывают. Так мы уже две миски нашли таким путем. Ну, тактика, чувак, тактика. Как в доте. А тут. О. Тут вообще. Я краснос, если чухаю нос, знаешь, и тут хопа, красный поле, бля, как их там, я уже не знаю. Подожди, а тут это. Умереть можно хотя бы? Да. Что это? О, смотри! Дом. А рон-дом. О, пылесос. Уии, пылесос. Чувак с зубной башкой. Ой, я вижу миску. Меня кстати. Сейчас. Где? Стой. А. Вот миска. Что это? А, я сюда не влажу. Влазишь, чувак. Пошли отсюда. Пошли отсюда наверх. Пылесос какой-то страшный. Какой ужасный пылесос. Куда наверх? А там наверх можно? Да. Свиш, лестника вроде бы. А, да, и можно. Я застрял. Я вылез. Почему я не могу? Меня аж торкнуло. А! Что? Умер? Да, меня торкнуло, чувак. Давай еще раз. Нет, наверить. Все, всем спасибо за просмотр. Нет, чувак, давай нет, это самое быстрое видео в мире. Не-не-не-не-не, мы должны быть чтильным зрителям. Давай еще раз мультиплеер. Зритель, он меня заставляет. Почему у меня стрелочки нету? Как появить стрелочку? Я не помню, по-моему, она уже не появится, чувак. Как стрелочку появить? Стрелочка! Я все нажму кнопки, подожди. А ну только в игре, походу, можно нажимать, чувак, уже все. Ну и нафиг такое. Так, и мы продолжаем дальше играть, нас как-то быстро убили. Чувак, а что нас тут трое? Где нас трое? А где ты это видишь? Вот тут третий летает. У меня не летает. Он прям надо мной, короче, чухает мне голову ногами. Ладно, пошли. Ты теперь ведешь, чувак. Я нас спалил в прошлый раз. Ладно, пофиг, идем туда. Дерево. Ну, норм, дерево. Ты где там? О! Так. Старт. Мы появились, мы прошли сюда. Сделали три круга вокруг дерева и пошли дальше. Нет, а почему бы и нет? Идем сюда. Почему мы по дорожкам должны ходить? Надо идти в лес. Где ты, чувак? Ты ушел куда-то. Стой! А ты где? Вернись к дереву. Блин. А, вон вижу тебя, все, пошли. Я за тобой иду, пошли.
Иди ты, а то ты меня теряешь. Окей. Окей, окей. А мы и бежим, 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 бежим. А мы и бежим, и скримеры ловим. О, хрень какая-то появилась, да? Это скример, чувак. А-а-а! Надо делать так... Это картинка. Няшка, да. Интересно, вот. А там скалы настоящие или нет? Думаю, настоящие. Если бы не настоящие, не бы, знаешь, такой сплошной квадрат был бы белый. Как в начале игры, 100%. Или как небо ЧП. Почему квадрат... Ну он может белый, ты же не видишь, какой он, белый или нет? Он черный. А, настоящий. Давай вылезем наверх. Вот, можно пойти, кстати. А, нет, мы наверх не вылезем. Паркур мастер, через горы пролажу. О, да. Паркурище. Горы, 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 деревце. Тут, по-моему, что, ничего нет. Что нет, чувак? Почему так, нет? Так, вот смотри. Это речка. О, это речка, я ее вижу на карте, кстати. А почему я как-то бежать не могу туда, вот туда не могу? Иди купаться, иди купаться. Чувак, мы ходим по воде. А нет, нет, это вода ходит по нам. Ты где? Почему ты не купаешься? Я уже покупался, пошли дальше, короче. Тут такая вода чипоговская кривая, что ж купаться не хочешь, шейдеров нет. А, я испугался. Я пошел по кибалака. Не, ну честно, ну страшно же. Ой. Кстати, прикольное мышка. Дерево. О, чувак, смотри. Я знаю этот прикол. Стоячий труп. Где? Он не... О, уже... у меня стоячий. Сзади, сзади, чувак, не разворачивайся, беги дальше. Хули. Там их трое, чувак. Там их трое уже. Честно? Бежи. Там их трое. О, они за нами. Может, шифтом побежим? Можно бегать. Я думал, что тут нельзя бегать. Я забыл, что тут можно бегать, чувак. Я забыл. Все, они отстают, ха, лузеры. А, не туда нельзя, меня. Туда нельзя бежать, идем туда. А, я думал, ты меня блочишь уже. Нет. Как в доте. Это как в доте. Хватит играть доту. Ага. Так, тут горы. Так, там нужно карту посмотреть. И что ты по ней поймешь? Там где-то справа от нас, там есть какой-то ключик что-то, наподобие. С какой правы? Ну, вот там вдоль гору так вот слети. Идем. А бегать может бесконечно или нет? Без понятия. Куда ты бежишь? Нет, здесь ничего нету. Скример. Этот самый няшный. Да, да, он самый страшный всех. Да, остальные как-то не очень. О, еще один. Как-то уже часто. Я себе глаз чухал. Я ничего не успел увидеть, чуваки. Скример как-то неправильно не, показывает. А я моргнул. А я моргнул. Это же идеально, можно моргнуть и пропустить его. Ага. Повсюду горы, я не знаю, куда идти. Наверх. Можно наверх? Прикинь, сейчас сзади к нам придут. Ты поднимаешь наверх? Хана. Чувак, смотри, мы сейчас... Ого. Cheat detected. Я хочу туда. Смотри, где он. Нет. А, нет, я упал. Куда дальше нам? Пошли туда наверх. Куда? В самую вершину поднимемся. Да. Получится? Это как в Готике 3, я так же само доходил до башни Ксардоса. О, кто играл в Готику 3, поймет меня. Так, как дальше? Давай, давай, давай. Туда, оп. Давай, давай. Теперь наверх. Ну, нет, давай, прыгай. О, еще. Давай. А! О, я полез. Тут дерево висит. Скалолазы, чувак. Почему никто так... Там конец карты! Там конец карты! Конечно, чувак, что... Короче, я еще больше. Думаю, что заграем будет приз? Да. Короче, я полезу выше. Оу. Я думал, что... А нет, туда нельзя, да. Туда нельзя. Блин, сволочь. А туда вниз можно? Я наверх дальше полез, я еще выше хочу. Хана, мы тут экскурсии устраиваем. Правда, ничего не видно отсюда вообще. Ты где там? Да. Я сейчас поднимусь. О, они за тобой! Они за нами! Да. Бля! Надо бежать! Shift зажимаем, бро, бежим. Я бегу. Я побежал прямо. Я знаю за тобой. Бля. Я застряли, застряли. Нет, честно. Бежим направо. Вот сюда. А, застряли. Ай-яй-яй. Куда? Я не знаю.
Я тебя потерял, чувак. Я не знаю, я пытаюсь залезть куда-то. Ну, давай, прыгай. Знаешь, когда в салочки играем, нет, короче. Нет. Стоп. О, все, я выпрыгнул. Со звуком даже. Вау. Да? Да, скример со звуком. Я тебя не вижу, кстати, чувак. Я не знаю, где. Я тоже убежал от них, наверное. Ты уже спустился с гор? Да. Я тоже. Иди, короче, чтобы гора у тебя была по правую сторону. Ну, я тут. Может, идёшь, я просто, да? Дальше, чем ты. У тебя гора по правую сторону, ну, да? И ты идешь вдоль, да, нее так вот. Вопрос, где ты? Ну, я рядышком, я сейчас, наверное, тебя встречу. Я бегу в обратную сторону. О, вижу тебя. А, вот, я. Вот я. Что за мной? Окей. Нет, не за мной. Не за мной. О! Вижу. Вдоль города дальше бежим, все норм. На этот раз мы просто убегаем, мы даже ничего не делаем. О, опять этот скример со звуком. Там же mm-hmm. О, я вижу их не дом, кстати. Чей? Ну, помнишь, бункер меня с первого раза завалили? Да. Давай забираем хавку. Нет, нет, они здесь. Где? Или нет, мне показалось. Забираем хавку и сваливаем, чувак. А где они? Сваливаем через главный вход. А где вход? Я потерялся. Их нету? Текаем отсюда. Да. Они через вышку заходят, наверное. Ну, запрограммирован так, наверное, я думаю. Ну, наш просто Растан поймали. Ну, не знаю. Так. Может, они просто... Ну, тут бегать можно постоянно, это мне нравится. Да? Да. Это просто не знаю. Я просто зажал и все. Ну и ладно, а что не сделать, чтобы просто так бегал постоянно? О! Да. Побежали дальше куда-то. Четвертое. Мы уже половину насобирали, чувак, но еще немножко осталось. Их нету. Через дерево упадет. Нет, он вылетел, я не так не смогу, я сам боюсь. Бля. Вообще так по дороге просто бежать. Ой, тут дорога не туда, это туда. Да, ты хорошо вылетел, отлично просто. Да, вовремя как раз. Ты сдох? Нет, я бегу, и тут страшно. Тут страшно! Я потерял. Интересно, можно подключиться, когда игра уже начата? Не знаю. Сейчас попробую. Я вообще пытаюсь найти, куда бежать. По дороге беги, чувак. Бегу. Там они, кстати, меня поймали. Откуда ты знаешь? Ну, у меня 6 из 10 уже. Норм. Бля, дерево упало. Ну нет, чтобы я просто пробежал. Нет, нельзя. Сейчас еще одну пойду, смотри. Все в лобби. Падай. А, нет, могу. Ну ты нихрена себе. О, я зашел, кстати. Ну не знаю, беги куда-то. Норм. Побежал. Дерево. Ой, я тебя вижу, чувак. Не понял. А нет, это не ты. Это тот летающий чувак, которого я только я вижу. О! Скример. Да, все-таки я зашел. Норм. Скример. Я не знаю, где ты, чувак. А! Они за мной, я вижу. Не-не-не-не-не. Зато я тебя не вижу, чувак. Беги, все, беги. Кстати, можно так играть, реально, знаешь? Один слился, заново зашел, ко второй там бегает. Не, ну если я сольюсь, то уже все. Я не могу перезайти, я же сервер. А, ну да. Тут я был. Судя по тому, что тут дерево лежит, я тут был. Тут тоже дерево уже лежит, чувак. Значит, там я был. Или ты был. Нет, и тут я уже был. О, вижу миску еще одну. Одна к 10 у меня миски, чувак. У тебя 70, у меня одна к 10. Я даже все забыл собирать. Ну нормально. Это жопа. Так, куда бежать? Я уже потерялся. Не знаю, куда идти. Кстати, я а возле сколько гор, тут короче. Вообще этих, что бегают за нами? 10. Не, я не про миск. Я, да. А, монстров? Не знаю. Вроде бы 3 мы видели. 3? Целых 3 монстров? Я просто бегу по дороге, пытаюсь что-то найти. Угу. Мы в пещере были? Ой, вижу еще одну миску. В пещере?
В голове. Я, короче, пещера. Возле речки. Пещера, судя по всему, если бежать от речки вот туда. Так что я, может, к тебе приду. А, да. Но я не возле пещеры, я просто побегу по тропинке. Не знаю куда. Может, я к тебе приду. Никуда поворачивать. Наверное. Ой, еще одна миска, кстати. Просто на тропинке лежит. Просто на тропинке? Ага, я ее собрал. И куда дальше? Вот именно, куда дальше? Норм, так чё? Просто по тропинке беги, да и все, бро. По какой тропинке? Тут вообще лес, не трава. Знаю. Какие тропинки? Вообще ничего не видно. Ой, я вижу их не дом, кстати. Дом. Судя по всему, ты их вот туда не... побежал. Бункер. Наверное. Может быть. Так, это пылесос. Сюда идем на тапок отсюда. Я, может, приду сейчас куда-то. Нет, я никуда не приду, потому что тут тропинка... Я возле этого дома, короче. Куда я бегу? Как узнать, где? Карта тут вообще ни о чем. На карту посмотри. О, миска. Я тут висит этот. Висит? Ну, герой? Да. О, я знаю, где это примерно. Модер, я к тебе прибегу, чувак. О, за мной скример же гонится. Норм. Я... А скримеру норм. Я тропинку не могу найти. Я нашел, сейчас к тебе прибегу. Ух ты, тут тропинка здоровая-то. Чувак, короче, мы будем сигур, старше искать друг друга. Сейчас я прибегу обратно. Они меня не словят тут? А ты петляй, короче, только аккуратно. Где-то дом где-то здесь он должен быть, возле гор. Так, тихо, ё-моё. Короче, не знаю, где их дом, чувак. Там по сигналу с ним ракет запустить. Он меня догнал. Нет, я не хочу умирать. Нет. Догнал? Он рядом, он... Убегает. Все, он не бежит, значит, я уже начинаю убегать от него. Короче, возле дома нельзя находиться, там они быстро появляются. Он бежит за мной? Там... О! Знаешь, в чем прикол? Он, оказывается, за мной сзади. Да. Хотя не кричал. Бля. Нет, поймал? Не бегу. Все, не буду оборачиваться. Ну его в жопу. Долби меня полностью. Прикинь, сейчас обернусь, а там опять он догоняет меня. Ну куда бежать? Давай обернусь. Да, он действительно догоняет меня. Фу ты! Догнал? Еще нет. Я к воде дошел, я тоже. Кстати. Значит, ты рядом. Сейчас мы с тобой встретимся, чувак. А нет. Я вижу твою морду. Нет! Я врезался. Дерево лежит. А, ты с другой стороны. Не дерево, чувак. Для меня ты вообще, знаешь, на месте стоишь. Какое на месте? Ты где? Не ты знаю. Возле воды? Я перед тобой, да. Короче, я не знаю. Ты упоротый. Я, короче, просто за... Знаешь, что я сделал? Я врезался в скримера. Я назад побежал. О, Господи. Иди к тому месту, где миска возле дерева лежала. Откуда я знаю, где она там? А, я там был. В смысле, возле воды? Иди к нему. Да он за мной бежит. Да. Ты не против? Ну ладно. Нет. Просто я тебя вообще не вижу. Я уже воды не вижу. Я уже далеко убежал. О, я врезался, стоп. О, за мной пришли эти скримеры, а тебя все равно нет рядышком с ними. Не понял, а за мной кто бегает? О, за ней их там где-то по 5 штук, короче. Сколько? Ты возле дерева этого был? Ага. Где ты? Раз, два, три, четыре. Нет, ой, там все много, я убегаю.
Возле дерева, я прям возле дерева, чувак, стою. Короче, ладно, что-то тут не так. В общем, если... Я опять бегу к дереву, где? А нету, тут вообще ничего нету вокруг дерева. Они кричат. Все, сейчас они будут кричать на меня. Они на меня кричали, чувак. Я не буду разворачиваться. Ладно, вернусь что? Куда ко мне, я не знаю, где я уже. Я побежал на... Для меня ты стоишь на месте просто. Ну, значит, ты где-то на месте. Поэтому я знаю, я, где короче, найти, по скалам, чувак. Полез. Окей. Он меня сейчас долбить будет. А сколько там у тебя уже мисок, кстати? Или 8, или 9, не помню. Пошли последнюю соберем и закончим. Я их найду, я не знаю, где. Это все странно. Вдоль скал есть пещера, тут там же не скал? Было. Я не было. Знаю, я ищи по скале ее. Вообще лезу. Ну я же говорю, вот по этим скалам и ищи. Бля. Да они тут кругом. Там даже тропинка к ней. Скалы эти. Нет, тут тропинка должна быть к ней. Тропинка. А. Чтобы будет проще идти. О, тропинка. Не, это не тропинка. Где тропинка? Понимаешь, мне разворачиваться нельзя. Найти на небес, пускай. Он сзади. Это вообще не тропинка, это просто скала. Тут нет тропинки. Окей. Не, должна где-то возле скалы тропинка, я знаю. А, вот. Вот это, наверное. А, нашел. Нашел что-то? Правда, я развернусь и я умру. Сколько? Нет! Короче, умираю. Нет. Да бля. Он, я в нем застрял. Иди в жопу. Что ты визжишь? Достал. Реально в нем меня начало разворачивать, я начал застревать в нем. Как такое вообще может быть? Прибегу. Что там еще на карте есть такое, где я не был? Ой, я дорожку теряю. Если бежать по дорожке. Что такое черное пятно? Что это? Что такое большое черное пятно? Это что? На карте. Не знаю. Короче, попробуй. Ладно, я бегу вот сюда. Я не знаю, куда я бегу, но тут тропинка, и она ведет меня к... Блин, я тут был. К блину. К блину ведет? Вкусно. К блину. К блину. Блин. О, скример. Ну-ну-ну-ну. Я пытаюсь найти десятую хрень. И ничего не получается, потому что я уже... Игра очень страшная. Блин, я уже задрался бегать. Я... Что за поле? Бля, то что за поле? Куда бежать я? А, это домик. Дом. Где на карте дом? Что из этого дом? Дом, это сам вверху, знаешь, как бункер такой. А, то дом? А черное пятно что это? Угу. Не знаю. Сходи к черному пятну, а потом от него так прямо и прямо. Так, ладно, я вот вернулся куда-то сюда, тут дерево лежит, значит я тут был. Бля, ну давай вот сюда побегу. Я уже не знаю, мне уже надоело, я по-моему... Тропинку, кстати, нашел. Сейчас найдешь десятую. Я пытаюсь найти десятую, но десятой нету. Может их тут 9, нас затроллили. Норм. Реально, бета-версия, мы десятую миску еще не придумали. Да-да-да. Ой, 10 должно быть. Ой, мы забыли десятую. А, ладно. Да не важно. Бета-версия, это нормально. О, тут я был, тут дерево лежит. Я бегу, не останавливаюсь. Ищу миску, а ее нету. О, чувак, это ты? А, нет. Это опять чувак, который улетает в воздухе. Привет, так, чувак. Я бегу, тут дорожка идет. Как я понимаю, это дорожка, да или нет? Как узнать, что это дорожка? Я еще одну миску нашел. А, ну это у тебя. Прямо возле спавна. Слушай, может возле спавна есть еще одна, и я не заметил ее. Там сразу возле спавна есть вопрос, где дерево спавн? И миска. Судя по всему, я мимо него пробегал где-то, но. Но как-то. О, скример. Да. Уже играть еще скучно. Да потому что я не могу найти десятую миску, а это скучно. За мной да. Сзади гонится какая-то хрень. Пара-пара-пам.
Я не знаю. Блин, так в воде опять вышел, что ли? Во, вот это, наверное, спавн. Спавна. Через бревно перепрыгнул. Я паркурмастер. Паркурмастер. Сейчас, короче, посмотрю тут еще насчет вот этих гор. Эх! Какая веселая игра. Ужас. Да, такой скример. Скучный скример. Скучный скример. Я не знаю. Новый жанр игр. Жанр игр. Не, поверь, вот... Скучный скример. Когда вы начнете типа зихать, вас напугает, вы останетесь таким на всю жизнь. Скучный скример. Вот. О! Что это за дерево? Мы портим людям жизнь, называется. Тут ничего нет. А тут? Я вернулся опять на спам, чувак. Я его не нашел. Я вернулся к воде и пошел... Там кроме... От воды направо идешь, короче, там горы, и сразу же спавн. На карте. Ключ. Не ключ. Ну какая-то хрень, короче, слева он там. Ну где я пошел к ключику, не будем проблем. Где он должен быть? Куда бежать? Я знаю, куда надо бежать примерно. Ну давай. Угу. А это что за хрень? О, тут я не был. Что это горит? В смысле горит? Что там такое, чувак? Я выиграл! Я собрал все. Что там такое? Я не знаю, я не знаю, я бежал, там просто какой-то дым шел. Потому что это горит такой. Я понял, что там какая-то хрень, короче, стояла такая. Палкой, но не круглая хрень какая-то, я не знаю тоже, что это. Я вижу. Там миска была. Знаешь, нужно похож на трубку мира, чувак. Но мне уже без толку бегать самому, мне скучно, поэтому я тоже ливаю. Пошлите за зрителями, всем спасибо, короче, за просмотр. Вот был самый скучный скример в мире, наверное. В котором нужно собирать миски из желе. Или что это такое? Или с калом. Это миска с калом. Это миска с плевотиной среднеевропейского ягуара. Какой странный этот... Писали явно русский, yeah, потому что congratulations написано неправильно. Ну честно! Норм. Ладно. Да, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И вот теперь всем пока.